Вот наш отель, где мы уже 4 дня живем. Кармен называется, спальня. Значит, спальня. Ой, не то. Кровать такая большущая. Зеркало. Одно, второе. Чтобы все видно было. Туалет. Полотенце дали. Третье окошко такое. Типа гостиная, что ли. Кушать можно что сделать. Холодильник. Балкон такой. Вообще моя квартира, блин. Вид с балкона. Крепость такая. Оп. Кто-то что-то бьет внутри. Внизу, вернее. Гостиная. И самое интересное, когда развились, дали такой ключик. Значит, приходишь, вставляешь. Уходишь этим ключом. Потом открываешь дверь. А в это время все так раз и... Оп, и потухло. А когда пришел обратно, вот так вот берешь, вот так вставляешь, и все работает. Еще такая вот защелочка. Оп. Оп, и все. Никто не зайдет.